Черкесский на площадке Международного колледжа «Полиглот» прошел круглый стол по теме «Семейные ценности народов Карачаево-Черкесии как основа благополучия региона». Участники встречи – эксперты из числа представителей духовенства, правоохранительных структур, сферы образования и общественных организаций обсудили вопросы популяризации института семьи. Инициировала обсуждение Общественная палата республики. Ахмат Халкечев продолжит. Главная задача круглого стола – выработать стратегию по популяризации традиционных семейных ценностей. Ведь традиции, культура и обычаи любого народа – это тот фундамент, на котором и стоит самоидентичность любого этноса и основа для дальнейшего его развития. Не зная этих вещей, мы будем развиваться по чужим законам. А зачем нам чужие законы, когда у нас есть свои традиции и обычаи, которые нужно беречь, сохранять и приумножать? Только одной работы по популяризации традиционных семейных ценностей будет недостаточно. Необходимо выработать конкретные механизмы по повышению роли института семьи, отметили участники встречи. Современный мир быстро меняется, вместе с ним меняется и культура молодежи. Но неприходящие ценности были во все времена. Они хотят по-другому, но подсказать им, как уйти по другому пути, но сохранив вот это все, и мы пока не можем, потому что для нас многие вещи непонятны. И мы их не воспринимаем. Мы все еще надеемся, что старый мир сохранится. Люди уже в космос летают туристами, а мы все еще надеемся. Ну, уже так, как было, не будет. Будет как-то по-новому, но если бы можно было сохранить то, что мы хотим, и добавить это их креативность, это было бы чудно, конечно. Площадку образовательного учреждения для проведения круглого стола выбрали не случайно. Ведь сегодняшней молодежи за студенческой скамьей уже завтра создавать семьи и воспитывать своих детей. Многих как раз-таки не устраивают традиции именно в свадьбе, именно в свадебных церемониях, потому что для многих сейчас это считается не очень правильным, потому что считают, что технологический прогресс растет, и мир развивается, и таких традиций уже не должно быть. А многие возмущаются по этому поводу. То есть есть в молодежной среде моменты, которые не устраивают молодежь? Да, и достаточно их много, я даже не перечислю сейчас все. В последнее время наблюдается рост разводов, а с другой стороны идет снижение числа зарегистрированных браков. В немалой степени это результат влияния западной культуры, отметили участники круглого стола. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.